Да. Пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо. Интересные люди, блин, разговаривает по смартфону или с тобой не поймешь. Что-то бурчит, что? Держит телефон, это смартфон, разговаривает с кем-то по телефону, потом на меня смотрит. Спрашиваешь, с кем разговариваешь? С вами. Что сделать? Оплатил деньги, пошли, все. Ненавижу таких людей, которые держат у башки смартфон и разговаривают. С кем она разговаривает или он, понять невозможно. Смотрит на тебя, разговаривает по смартфону. Фу.
набрал воды в роднике, 2 литра. Что они собирают здесь, интересно? Он пишет, сети нет. Теле2 даже проверка.
поселок везде.
памятник достойному труженику автомобиля. Вот палатка. Слева морька. Здесь мы в автомобиле. Позавчера. Показывает, вроде бы связь с мегафоном есть. Попробую найти памятник Булака. Памятник ГУЛАГ. Сейчас поищу. Заехать. Ищу. Маршрут построен. Поехали. Через 1 километр поверните налево. Нетушки, извини. Совсем другой дороги. Визуально.
никуда я не поеду. 18 тысяч. Закумить можно вашу машинку? Не вопрос. Сколько или ПТС, что поближе? Этот, страховка в этом. Страховку не надо, только. Хорошего дня, до свидания. Благодарю. Вы не подскажете мне, где-то на трассе до Якутска, прямо на трассе, памятник ГУЛАГу? Ну я не скажу, тут в принципе в каждом районе свой памятник есть. Что вы имеете в виду? Да, просто я вот читал в интернете, на трассе есть памятник, ну, строителям ГУЛАГа, не знаю, в чем какой-то такой. Я сейчас набрал в этом, в Яндексе, он видит 18 тысяч километров, он что, с ума сошел, что ли? Тут много заброшенных лагерей, много заброшенных штолен. Просто каждый из них является своим памятником. Ну, спросите у водителей, я-то на трассу не езжу. Все, благодарю. Ладно. Много что ли? Сверните налево. Не, сюда я не поеду. Якутск. Сейчас поеду. Понятно. Поехали. Маршрут. Поехали. Показывает 1000. Еще 714. Ну это куда еще не шло. А то 18 000 до...
включили видеорегистратор. Так, полтора часа еду и меняю карту. Это будет 5-6 часов по московскому времени. Вчера я был уставший. Вчера душевой. Полчаса, наверное, снимал дорожную грязь и все. Ну что, за 22 дня вторая душевая. Прачечную постирали. Верхнюю одежду. Стоимость стирки сначала объявила 500 рублей, потом посмотрела, вам скидка. Наверное, обаятельный. Постирали одежду, сегодня утром забрал с вешалки. Уже завтрак был, рисовая молочная каша, масло, бутерброды, какая-то икра и рулет. Думаю, мне это хватит. Чувствую, как сбросил в весе вот этот жировой запас на животе. Резко похудел. Еще есть там немного. Дальше, недалеко, медвежата перебегали дорогу от тыги к косолапке, истинные хозяева этого края. Где-то, может быть, на протяжении нескольких километров первый без оглядки улепетывал, а второй чуть притормозил. Ну, далеко было, метров, наверное, 100. На видеорегистраторе они попали, я вчера посмотрел, видно, перебегают какие-то камочки, но разобрать то, что это медвежата, трудно. На видеокамере. А глазами четко ясно было видно. Где-то вот в этих местах. Если смотреть сейчас из окна автомобиля, то слева направо бежали, а на видео наоборот, справа налево пересекали дорогу. Ну, кто будет, если вдруг смотреть,
01:48 на видеорегистраторе. Ну там на видеорегистраторе московское время стоит. 01:48. Какая будет серия, не знаю. Файл запомнил 52-й с момента пуска, с момента включения видеорегистратора. Такими темпами, если будут строить дорогу, вот 100 километров сейчас примерно, 120 от Магадана, то до Якутска это займет лет 15. Якутска 1804 километра. В общем, где-то 1800 километров по ужасной дороге. Перевалы постараюсь считать.